Занимаемся. Каждое утро бегаете? Нет, ну каждое утро не бегаем пока, конечно, работа. На работу бегаем каждое утро, поверьте. А потом с работы вечером, ну каждый день. Да, ну и это спорт. Да. Это, а да. Сегодня как восприняли идею провести утро? Прекрасно, прекрасно. Мы вообще надеемся, что, наверное, как в Киеве, надо уже ночные забеги, новогодние проводить, с и до. Это, по-моему, будет очень хорошее начинание для Мелитополя. Да, выбежали 31-го и 1-го добежали. Так, а вы что, сами себе костюмы шили? Ну, нет. Костюм покупной. Костюм, конечно, покупной. Но я вижу, вы основательно приготовились, да? Ну, мы, наверное, с детства все такие, мы любим основательно готовиться. Если это новогодний, да, это у нас все. Все наши друзья, семьи у нас все, да, мы такие. Так, и представьтесь, пожалуйста. Руденко Елена Юрьевна. И? Логвин Козинеч Наталья Васильевна. И Ира Левченко. Собственной персоной.